Благотворительный фонд «Русфонд» был создан в 1996 году как журналистский благотворительный проект для помощи тяжело больным детям в оплате лечения, который невозможно получить за счет средств госбюджета. В честь 25-летия «Русфонда» в научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины Казанского университета открывается выставка детских рисунков на День защиты детей. Все подробности далее. В Татарстане бюро Русфонда работает уже 9 лет. За это время была оказана помощь 652 детям из Республики Татарстан на общую сумму более 433 миллионов рублей, говорит Наталья Спиранская. Я думаю, что если вы посмотрите на рисунки, вы увидите такие яркие цвета. То есть дети, получившие помощь, продолжают жить полноценной жизнью. Эта выставка, мы, конечно, горячо ее поддержали, потому что рисунки детские, радостные, веселые, нарядные, они, конечно, создают положительную атмосферу у нас в клинике, в научно-клиническом центре. И, надеюсь, они будут дарить хорошее настроение не только самим маленьким пациентам от Русфонда, но и всем нашим пациентам, которые к нам приходят. Дети, получившие помощь от Русфонда, выразили свою благодарность. Мы обращаемся ко всем жителям Татарстана, кто помог осуществить нашу мечту. Спасибо вам большое. Спасибо, Русфонд. Спасибо большое. Спасибо большое всем неравнодушным жителям нашего региона, нашего Республики Татарстан, которые откликнулись и помогли в сборе средств для этого, на этот препарат. Огромное-огромное всем спасибо. Мы счастливы, что мы едем 19 июля на лечение. Мы хотели бы сказать огромное спасибо жителям Татарстана за то, что вы откликнулись на нашу ситуацию и не остались равнодушными. Большое спасибо Русфонду, что помогли нам. Спасибо, Русфонд. Вы нам помогли. Спасибо за то, что на сегодняшний день мой ребенок может ходить, потому что данная помощь, она безумно необходима. Спасибо, Русфонд, что подарили мне жизнь. Энджи Минибаева, Виолетта Басова, Универньюз.